Расскажу. Могу я еще чем-нибудь помочь? Мне пора идти. Нашел ли ты в Грентебридшире достаточно подсказок? Готов ли назвать имя? Я нашел послание для воинов саксов. Им запретили нападать на желтый дракар. Мы красим в желтые лишь отдельные части наших кораблей. Если в болотах есть желтый дракар, я должна знать. Неизвестно, где был тогда Галин. Никто не видел его в ночь нападения. Он странный человек, но уже не ребенок. За ним не нужен постоянный присмотр. Лиф рассказал, что в ночь нападения он работал на верфи. Верфь у всех на виду и далеко от спусков по тайной ход. Маловероятно, что саксов в город привел Лиф. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Галин. Ты уверен? В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин. Ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда,
Но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. У меня луженые глотки, я хочу пить! Там они ответят тем, кого погубили. Сома? Эйвор, ты все же пришел. Я этого не забуду. В темное время всем нужны друзья. Готовы убить Вигмунда? Да. Если что пойдет не так, мои люди вступят в бой. Холма, я чую его. Надеюсь, ему нравится вид. Последний в его жизни. Эйвор, кровь Мэншелла кипит. Я слышу голоса павших друзей, вызывающих Вигмунд. Конец! Вигмунд! Я хочу видеть, как ты не спустишь дух! Господь нам поможет. Сломай! Все равно сдохнешь, Вик. От судьбы не уйти. Вместе. А что ли? Мой клинок жаждет крови, Вигмунд. Христос сегодня с нами. Со мной.
преимущество! Тише. Нужно выждать момент. Вигмунд. Небось дрожит от страха там, в монастыре. Лети же, Сюнин. Эй, подойди-ка сюда! Сражайтесь! Умрите за меня! Умрите! Я бы не ответил на такой призыв. Отдаешь их жизни в обмен на твою? Они никто! Ни земли, ни богатств, ни титулов! Меня же будут помнить! Память о добрых людях живет вечно. Ты же заслужил лишь проклятие. И пусть... Богатства давали мне власть. Проклиная меня после смерти, люди лишь укрепят ее. Я умру, но мой орден будет править всегда, повсюду. Сдавайтесь! Отдайте нам то, что должно. Земля, сокровища, прошлое, а не наши. Наши, наши, наши! Если твой ад есть, ты там и окажешься. Вернемся в лагерь. Пока я не сорвалась и не сожгла тут все дотла. Нужно быть осторожнее.
Дома можно отстроить. Посевы вырастут снова, но доверие так быстро не вернешь. Но у тебя есть новый друг и союзник, Сома. Я и мой клан. Буря скоро закончится. Ты прав, я знаю. Просто в это верится с трудом, когда ты в самом ее центре. Эйвор, ты путеводный огонь. Ты разоблачил Галина, призвал его к ответу. Я была в ужасе. Такое предательство само по себе смерть. Галин убил себя сам. Да, верно. Мне стало немного легче. На душе не так тяжко, но сердцу нужно время. Кстати, Эйвор, я кое о чем вспомнила. Это тебе. Возьми в знак моего уважения и доверия. Если будет нужно, мое войско твое. Ярл Скона Сома, благодарю. И еще кое-что. Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. И, кажется, поняли друг друга. Пусть она расскажет тебе сама. До встречи, Эйвор из клана Ворона. Надеюсь, мы увидимся в Грэнтебридже. Эйвор! Бирна, сегодня ты одержала победу. Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Это ты возглавлял нападение. Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Мы все бились славно. И теперь Грэнтебридж ваш. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Все его чары развеются. К слову, в сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. Для Сомы главное Грэнтебридж и его жители. Благородно, но мне этого никогда не понять. Думаю, я пригожусь кому-нибудь еще. Скажем, тебе. Ты хочешь жить в клане Ворона? И плавать, и драться, если ты не против. Ну как тут быть против? Конечно, я не против, Дрэнк. Рада это слышать. Я уже собралась в дорогу. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.
Эйвор, здравствуй. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Дан и Грэнт и Бридширы теперь наши союзники. В том мне поклялась их ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. Ей нет равных в бою и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Прекрасно. Я рада. Эйвор, слушай. Кое-кто решил обосноваться рядом. Кажется, торговец. Попробуй узнать, что ему нужно. Кажется, он представляет какую-то гильдию. Детский глаз, безглазых детей. Безглазых детей? Нет, что-то спутало. Спроси у него. Посмотрим на карту союзов. Расскажи побольше о Ледоче Старшире. Я хочу найти Сигурда. Он отправился в город Рептон на встречу с Убой и Иваром Рагнарсонами. Говорят, они близки к тому, чтобы изгнать правителя Мерсии и возвести на престол своего короля. Дерзкое начинание. Думаю, мне стоит помочь им. Да, пожалуй. Не хочу заставлять их ждать. Что ж, я предупрежу Сигурда и Рагнарсонов о твоем прибытии. Добираться туда лучше по воде. Рептон находится на севере, на реке Трент. Сложного. Да ты просто-напросто не понимаешь всех тонкостей. Только потому так и говоришь. Что тут происходит? Хольгер хочет доказать, что флютинг — низкое искусство, а я не согласен. Оно грубое, простецкое, неприятное. И я с легкостью тебя в нем одолею. А вот ты нет, дубина, ты... Эйвор, будешь нашим судьей? Почту за честь быть вам судьей. Вперед! Я начинаю. На вид я и Хольгер очень сильно похожи. Но в сущности, схож он со мной только рожей. Все вирши его хуже пьяного бреда. И совсем не секрет, чьей будет победа. Ну-ну, а теперь я. От флютинга уши вянут, будто розы. В страшные трескучие морозы. Только у дурака такое вызовет любовь. А искусство лишь то, что волнует кровь. Да! Кровь! Вот, что думаешь, Эйвор? Прости, Хольгер, но твой брат победил. От тебя я другого не ждал, Эйвор. Ничего ты не понимаешь, а жаль. Спасибо, Эйвор. Истина, наконец, торжествует. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Интересно, Валка среди них? Есть новые товары? Покажи-ка, что у тебя тут продается. Еще что-нибудь? Еще увидимся. Вот это славная конюшня. Боже, только взгляни. Мир тебе. Стань моими глазами, Сюнин. Чем ты меня сегодня порадуешь, Эйвор? Спасибо тебе. Мы будем добывать лучшее мясо, мех и кость. А если решишь поохотиться, приноси добычу нам. Мы обработаем шкуры и головы. Да, Петре моя работа всегда нравилась, а она требовательна. Еще как. Буду иметь в виду. Удачи вам. Эйвор, думается мне, ты точно знаешь толк в трофеях. Победы я люблю, но на память редко что-то оставляю. На твоем оружии множество следов великих битв, а в походке гордость человека, привыкшего к победам. Разве не так? Так. А к чему ты это? Мы можем быть тебе полезны. Воллис – лучший дубильщик и чучельник во всей Англии. Если хочешь, чтобы истории о твоих подвигах на охоте пережили тебя, приноси туши ему. Вспомни о нас, когда добудешь редкого зверя, и мы его увековечим. Хорошая идея. Будет чем украсить длинный дом. Спасибо. Кстати, пока ты не ушел, поможешь нам кое с чем?
Говори. Последние пару вечеров мы слышим вой волчьей стаи у самой границы нашего леса. Если ничего не сделать, волки изведут всю дичь, а потом придет и наша очередь. Думаешь, их надо прогнать? Лучше перебить их всех. С твоего разрешения, конечно же, и с твоей помощью. Сейчас на это нет времени, но я вернусь. Впечатляет? Никогда такого не видел. Знаешь, а у меня здесь новые товары. Дай взгляну на товары. Пока все. Я кое-что принес. Нам всегда это нужно. Я тебе заплачу. Мне это пригодится. Что, все? Мне пора. Удачи. Хорошей охоты. Thank you.